Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Здравствуйте, уважаемые друзья! Пост девушки собрал сотни репостов, нарочно не придумаешь. Ехала как-то я из университета в маршрутке, сзади сидела мама с ребенком лет 10, который постоянно пинал меня грязными ботинками по моим белым брюкам, и делал это явно специально. Понравилось, наверное. Я повернулась к его маме и вежливо попросила унять мальчика, на что она мне сказала, что они, мол, воспитывают ребенка по системе какого-то Эйхузера. В общем, это когда ему все разрешают. Короче, по сути, послала меня. Не успела я придумать достойный ответ, как сзади подошел парень, немного старше меня. Он вынул изо рта жвачку и налепил ее прямо на лоб мамаши со словами: «Меня тоже по этой системе воспитывали». Подмигнул мне и вышел на следующей остановке. Уважаемый друг, не забудь поставить лайк и поделиться этой записью со своими друзьями, а также подписаться и прокомментировать. До встречи в новом видео!